Приветствую всех, мои друзья дорогие. Помните, я вам рассказывала историю в прошлом году? Ой, у нас такая погода сегодня, пасмурная, гром с утра. Я даже не знаю, как я сейчас на работу пойду. Ну, вообще, там дальше небо чистое, кажется. Я думаю, что дождь будет недолго. Да, я же хочу вам, почему я вот прям с утра до работы, перед работой тороплюсь. Надо стричься, однозначно скоро себя в порядок приводить. Тороплюсь рассказать вам, что у меня история, которую я рассказывала вам летом в прошлом году, нашла продолжение неожиданно для меня. Я просто не могу ей не поделиться, потому что... Помните, я вам рассказывала про начальника, мудака такого неприятного, который потрепал мне нервы. Я была без работы, долго без денег, вот так вот жила, хотела устроиться на работу, он мне не хотел брать, там фыркал. Крови попил, конечно, да, было мне нелегко и очень тяжко. А потом еще обманул по зарплате, почти в два раза наебал, и я говорила, что он мудак, и что ему недолго осталось на этой работе. Так вот, друзья мои, недавно узнаю от бывших сотрудников, что это мой начальник после моего ухода очень скоро уволился. Уволился с этого завода и сейчас где-то там на стройках рабочим уехал в заработки. Я как бы не то, чтобы про закон бумеранга сразу подумала, нет, я не верю в него, ну, как бы наблюдаю, да, в жизни есть какие-то отдельные случаи, совпадения, но нельзя говорить о закономерности. Кстати, напишите в комментариях, как вы верите, вот, что есть, работает закон бумеранга. Я все равно не верю, как бы нет. Да, но, еще как бы что я хотела сказать, мне что все равно пришлось с ним поработать и месяц, я как бы терпела все это, узнала, что за человек, но у меня было на тот момент, это было единственным оптимальным выходом из положения соглашаться работать на ту зарплату, которую в итоге я получала. Ну, короче, принять это все наебательство, как говорится, и жить с этим дальше, да. А у этого начальника еще потом жена умерла. Да. Поэтому я вам хочу сказать, что я на него совсем не обижаюсь. Вообще. Вообще даже ни разу не обижаюсь. Как бы. Да. А я уже с вами здесь. Скоро буду. Я уже здесь. Я уже здесь на Ютубе. И у меня свой канал. Да. Так бывает. Так что не держите зла. Все будет хорошо. Люблю вас всех, обнимаю.